Владение мячом великолепное. Егор бьет по воротам. Ой, вот ему нужно просто получить мяч. Великолепный удар, причем даже вот как-то не ожидалось, что мяч залетит. Он вроде бы пробил и пробил, а он пробил, да как точно, в ближнюю девятку. 3-2. Мне больше всего понравилось, как он подработал первый раз мяч вот здесь себе бедром. И вторым уже бьет в девятку. Ну, великолепно. Вот с этой камеры отлично будет видно. Ну, можно Падилю винить. Видел, в принципе, удар. Ждал, да, задержался на...